Вадим Красносельский сегодня выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Петра Залашкова, одного из основателей республики, члена совещательного собрания первых приднестровских депутатов. Президент написал следующее. О Петре Александровиче и его биографии можно говорить долго, ведь он был неимоверно многогранной личностью, человеком огромных знаний. Порядочный, небезразличный, готовый трудиться и помогать. Именно таким он останется в памяти коллег, родных и друзей. Петр Залашков внес огромный вклад в создание и становление нашей республики. В конце 80-х принимал активное участие в забастовочном движении в Тирасполе. Был членом президиума ОСТК, не раз избирался депутатом Верховного Совета. Долгое время трудился на посту советника президента по делам религии и культов.